В одесской школе имени Кастанди состоялся большой праздник – 10-я юбилейная сорочинская ярмарка. Такие мероприятия помогают приобщить детей к украинской культуре, изучить национальные костюмы и блюда. На празднике было задействовано около 150 ребят, которые порадовали зрителей концертными номерами, своими поделками и, конечно, отличным настроением. В середине 19 века на территории Украины ежегодно проходило по 12 тысяч ярмарок. Интересно, что из них именно сорочинская стала самой известной. В школе Кастанди, помимо программного обучения, которому нет аналогов, ведь здесь развивают художественные навыки и открывают в ребятах творческий потенциал. Педагоги стараются привнести в будни своих учеников что-то оригинальное и интересное. Уже 10-й год подряд здесь проводят сорочинскую ярмарку, которая уже стала визитной карточкой школы Кастанди. На таких мероприятиях ученики могут показать свои умения в различных сферах, от кулинарных до танцевальных. Мы с радостью всегда проводим этот праздник по-настоящему, не ради галочки. Потому что они должны душой прочувствовать и сердцем все, что происходит, то, к чему они готовятся. Тут масса поделок всевозможных. Да? И для них это огромное поле деятельности. С каждым годом ребят, желающих принять участие в программе ярмарки, настолько много, что культурную программу приходится постоянно расширять. Такие праздники дают возможность ощутить национальный колорит. Ведь здесь все оформлено в традиционном украинском стиле. Такой праздник помогает формировать национальную идентичность. То есть ощущение ребенка, человека, что он принадлежит к определенной нации, к определенному народу. Это любовь к родине, это любовь к языку. А традиции и любовь, да, к языку и к родине – это наши корни. В ходе ярмарки состоялись грандиозные выступления. Ребята более одного месяца готовились к ярмарке, репетировали песенные, танцевальные номера и театральные постановки. В других залах полным ходом шла продажа сувениров и яств. Все желающие могли насладиться украинской кухней. Для учеников этой школы сорочинская ярмарка – это мероприятие, которого они ждут с нетерпением каждый год. Мы обычно ждем ее весь год. И это для нас один из главных праздников в школе. Мне нравится, очень весело. Праздник прошел в исключительно теплой обстановке и очень понравился как его участникам, так и гостям. Самое трогательное в этом мероприятии, что вырученные из продажи товаров деньги будут отданы в онкологический центр. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».